Уважаемые товарищи, дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота. Этот праздник особо отмечается на берегах Балтики, ведь многие славные традиции нашего флота связаны именно с моряками-балтийцами. Их мужество когда-то позволило Петру Первому добиться успехов уже в начале Северной войны, в честь чего была выпущена специальная медаль «Несбываемая бывает». А знаменитые победы при Гангуте, Эзеле, Грингаме принесли России статус полноправной морской державы. В Первую мировую войну моряки-балтийцы не дали противнику прорваться в Финский залив, решительно действуя не только на море, но и на суше. И совершенно особенное место в истории флота занимают сражения на подступах к Ленинграду, его героическая оборона во время Великой Отечественной войны. Смелость и находчивость наших моряков в тот период стали, по сути, легендарными. Морская служба всегда требовала самой серьезной подготовки, выносливости, глубоких и разносторонних знаний. Недаром многие географические открытия и технические изобретения были сделаны морскими офицерами. Нынешнее поколение моряков-балтийцев продолжает дело своих предшественников. Сегодня наши вооруженные силы приобретают новый облик. И именно Балтийский флот является основной учебной базой для военно-морских сил России. Здесь активно осваивают современную технику и вооружение. Почти 2,5 столетия Балтийский флот решает стратегические задачи и за пределами региона базирования. Вы выполняете миссию по борьбе с пиратством у берегов Сомали. Регулярно участвуете в международных учениях и маневрах. Военно-морское присутствие России в Мировом океане укрепило авторитет нашей страны как великой морской державы и подтвердило высокую боеспособность ее военно-морского флота. И то, что сегодня главная база Балтийского флота находится в самом западном городе страны, еще раз подчеркивает его роль в обеспечении глобальной стабильности. Уважаемые товарищи, военно-морской флот – это неотъемлемая и надежная составляющая нашей национальной обороны. Уверен, что ваша готовность обеспечить безопасность страны позволит России и впредь последовательно двигаться вперед, успешно развиваться. Еще раз поздравляю ветеранов и весь личный состав с праздником, с Днем Военно-Морского Флота!